Всем привет, уважаемые зрители! Мы выбрались в ночное время поснимать Ялтинское кольцо. Все для того, чтобы показать вам укладку асфальтобетона. Ночную. Ну, если мы, конечно, что-то сейчас увидим. Вот здесь. Мы вернемся обязательно к туннелям. Вот, но сейчас давайте слетаем. Посмотрим. Посмотрим укладку. Вот здесь происходит укладка асфальтобетона. Это направление на Инкерман. Приближаемся, вот это вот пешеходный переход, одна из его опор будущих. Ну, кстати, можно сейчас нормально рассмотреть при свете. Вот, а вот эта вот укладка происходит здесь. Асфальтоукладчик. Тут у них, кроме собственного света машин строительных, другого света нет на этом участке, поэтому, конечно, видно с трудом. Вот можно так и по силуэту можно угадать, ну либо на экране будет нормально видно. Вот асфальтоукладчик, вот это перегружатель входит в кадр, катки ездят, вроде все видно. Я могу еще экспозицию увеличить, но уже будет такое, шумы возник появляться. Вот экспозиция плюс 2.3. Как раз подходит очередная машина на разгрузку. Так, в качестве эксперимента такая съемка, я думаю, ничего так интересно. Конечно, света очень мало для нормальной съемки. Давайте тогда слетаем дальше. Посмотрим, как в туннелях там все это выглядит в ночное время.
Конечно, в качестве ориентиров просто вот фары машин. Погрузчик работает, похоже. Да. Так, приближаемся к туннелю. Сегодня это же в тот же день, что и первый обзор номер 32, который я снимал. Вот тут, где не освещено, это бетонировали сегодня. А сейчас они находятся вот здесь. Вроде как тоже бетонируют. Конечно, важно в кран не влететь ни в какой. Но у них вроде оголовки стрел подсвечены красными фонарями. Вот такая вот красота. Работы идут в круглосуточном режиме здесь. Вот это место, которое будет в центре круга. Кольцо пойдет, как я уже говорил, по путепроводам сверху. Это будет в центре круга. Очень необычно, конечно. Абсолютно, я сам даже абсолютно не ориентируюсь в пространстве при такой съемке. Вот автокран тут что-то делает. Они тут вроде как армировали что-то. Да, там, где нет света, там, видите, вообще темно. Глаз видит, а камера нет. Так, это уже мы второй туннель пролетели. Где-то здесь гусеничный кран должен быть. Здесь работает бетонный насос. В общем, тоже идет бетонирование сейчас. Да, вот бетонный насос мы видим. И, пожалуй, тут освещенная часть заканчивается, стройки. Дальше, смотрите, вот такая картина.
это движение происходит по улице Сапунгорской. А теперь давайте поднимемся повыше. Мне кажется, будет очень интересно смотреться. Ну, как бы, смысл какой, что сегодня мы особо ничего не увидели, да, но зато такую вот общую красивую картину должны увидеть в темноте, в такой, как все это подсвечено. Такого еще не было. Я вам такого еще не показывал. Поднялись на 200 метров. Очень круто смотрится. Триста метров. Вот, и было бы побольше машин, было бы прям прослеживалась бы форма временных объездов. Ну и так, в принципе, видно. В общем, такая вот красота сегодня. Незапланированный мой обзор. Вот, я надеюсь, вам понравилось. Поэкспериментировали немного с ночной съемкой. Вот. Ну, будем иногда тоже такое снимать. А на этом у нас все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за поддержку канала. И всем пока.